Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Раиля Арсланов. Недавно завершился конкурс каверов на две мои авторские песни в одного. Остаться у одного. В моей квартире свет не пробивается в окно. И ты была. Ведь ты была еще была. Конкурс проходил практически целый ноябрь. Было много участников, но я отобрал только 34, которые, на мой взгляд, претендовали на победу. А за победу у нас целая акустическая гитара Da Vinci в награду при поддержке музыкального магазина «Гитарная станция». Ребята, хочу сказать огромное спасибо всем участникам. Это такие непередаваемые ощущения, когда твою песню коверят во всех уголках нашей страны. Ведь я за свою карьеру исполнил порядка 1000 разных каверов, записал все это на видео. И сейчас люди исполняют мои каверы. Это такой, знаете, душевный трепет от того, что твои песни живут. Их люди поют, их чувствуют. Ну что, перед объявлением результатов я хочу вам показать лучшие каверы среди участников. Погнали смотреть. В школьной дискотеке на синий бал. Я под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Глаза в глаза и словно пою тебе, стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли и грустно мне. Ты была еще мала, под стеснцом, детка, я в тебя влюблен. Ты была еще мала. Остаться у одного и больше никого, не нужен никому, и целен Холливуд. То были миражи, и все наоборот. Не доверяю никому, ведь мир уже не тот. Остаться в одного, увидеть темноту, наедине с собой, любить в тишину. Холодный серый сено света кинет тень к утру. Еще один рассвет встречать не одному. Осенний бал, под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Глаза в глаза и словно пою тебе, стирая пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. И ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. И ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ведь я в тебя влюблен, я в тебя влюблен. Знает весь район, словно пою тебе, стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. Ведь ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Об этом знает весь район. Дискотеке осенний бал, я под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Глаза в глаза я словно пою тебе, стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. Ведь ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ведь я в тебя влюблен. Остаться в одного и больше никого. Одиночество мой дом, я чувствую покой. Остаться в одного, свет не пробивается в окно, и не услышит голос никогда, вернусь домой.
окнах нету никого. Пустует коридор без запаха духов, и дым от сигарет летит между домов. И мне будет проще снова остаться в одному. В моей квартире свет не пробивается в окно. Меня не слышит голос, и когда вернусь домой, остаться в одному, забраться на балкон. Среди бетонных блоков нету никого. Пустой коридор без запаха духов, и дым от сигарет летит между домов. На школьной дискотеке осенний бал, я под гитару песни, забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Глаза в глаза и словно пою тебе, стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. Ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ты была еще мала, я в тебя влюблен, об этом знает весь район. На школьной дискотеке осенний бал, я под гитару песни забитый зал. Но тебя я увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Глаза в глаза и словно пою тебе, стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. Ведь ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ведь ты была еще мала, 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Офигенные участники, если и вы так считаете, влепите лайк, ребята, этому видео. Момент истины. Прямо сейчас в комментариях напишите, кто, на ваш взгляд, должен занять первое, второе и третье место. Попробуйте угадать, может, у нас совпадут мнения. Ну а я готов объявить результаты. На самом деле выбор был очень сложным. Все были прямо в тютелька в тютельку, на очень классных позициях верхних. Но барабанная дробь. Победителем конкурса становится Даниил Коханов или Каханов. Поздравляю! Это был реально самый мощный, самый душевный и пробивной кавер из того, что я вообще слышал. Остаться в одном и больше никого. Есть каверы, которые не нуждаются в оценке, которые берут и с первых секунд уносят тебя вообще в другие миры. Вот это один из тех самых каверов. Он прочувствован на все 100%. Я уже не говорю о том, насколько чисто это было спето. Во все нотки чувак попал. Еще сыграл офигенно. Поэтому, Даниил, поздравляю тебя. Ты получаешь гитару Da Vinci. Мы с тобой обязательно свяжемся. Второе место я бы отдал парню по имени Ярослав Аристов или Аристов, который получает комплект струн. Огромное спасибо тебе за участие. Это тоже было довольно сильно. Максимально прочувствованный кавер. В школьной дискотеке осенний бал, я под гитару песни забитый зал. Прям верю твоему исполнению. Жаль, кавер короткий, если бы он был подлиннее и полноценнее, ты бы мог побороться за первое место тоже. Каверы Даниила и Ярослава звучат вот максимально космически, вот так, как должен звучать данный трек, на мой взгляд. На взгляд автора. Третье место я бы отдал Вике Толстовой. Огромное спасибо тебе за участие. Ты получаешь ремень гитарный. На школьной дискотеке осенний бал, и под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал, не замечал, не замечал. Но не в подарках дело и не в местах. На самом деле вы проделали огромную работу. Пока я учился, тоже участвовал в огромном количестве разных конкурсов, как онлайн, так и офлайн. Это реально прокачало мой навык игры при людях, умение записывать и петь на камеру, потому что если вы реально думаете, что это легко сесть и записать очень красиво и круто на камеру, спеть песню, глубоко ошибаетесь. В основном каверы были под гитару, но хочется отметить нескольких ребят, которые прямо удивили. Во-первых, это Мария Елецкова, которая сыграла песню на гуслях, прикиньте. На школьной дискотеке осенний бал. Древний русский народный инструмент и довольно редкий.
Поэтому большой тебе респект, это было неожиданно круто. Ивангард сыграл на фано и спел, это тоже было очень здорово, сильно. И Петр Онищенко, который под баян исполнил данный кавер. Поэтому мне вдвойне приятнее слышать родные звуки баяна. Спасибо вам. Хочу отдельно наградить поощрительными призами поэтому Петра Онищенко и Ивангарда. Красавчики, ребят. И чуть не забыл, Ангелине Головизниной я, пожалуй, вышлю курсы, потому что она сама писала, что нуждается в них. Ну и поет она отлично, а на гитаре пока что не играет. Поэтому будем исправлять это. Остаться в одного, больше никого, не нужен никому. Экстренный Холливуд, пыльные миражи. Ребята, на этом все. С победителями мы свяжемся. Большое спасибо всем за участие. Это было мощно, красиво. Если кого-то обидел, не обижайтесь. Я думаю, проведем еще более крутые конкурсы каверов. Поэтому, чтобы не упустить их, обязательно подписывайтесь на мои соцсети ВКонтакте, в Телеграме. Кстати, в Телеграме идет розыгрыш 100 видеокурсов по гитаре и вокалу. Поэтому участвуйте, почему бы нет. И слушайте обязательно мои треки на всех музыкальных площадках. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Увидимся, пока!